выпуск Обзорхайна ТВ. С вами Зунды Ламаз. Здравствуйте. Сегодня суббота, 10 апреля, 29-й лунный день. Этот день благоприятен для людей, родившихся в год коровы, кролика, тигра. Сегодня хорошо строить дуган, субарган, делать добрые дела, почитать три драгоценности. Благоприятным будет дружеские или семейные встречи, праздник. Молодоженам сегодня благоприятно регистрировать брак. Неблагоприятно сегодня проводить похороны и поминки. Отправляться в дорогу к исполнению желаемого. Стрижка волос к болезни и слабости. И помните, 1000 свечей можно зажечь от единственной свечи. Абсолютно безопасные. Стоят меньше гипсокартона. Оперативные в установке, надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.